Больше всего должников в Иванове, Ивановском районе, Кинешме и Тейково. К такому выводу пришли сотрудники службы судебных приставов. Они составили алиментную карту региона, на которой отметили, где проживают недобросовестные родители и сколько они должны собственным детям. Нарисовали приставы и примерный портрет алиментщика. 80% от общего числа – это мужчины, чаще неработающие, от 30 до 39 лет. Средняя задолженность на одно исполнительное производство по региону – 191 тысяча рублей. Карта алиментщиков должна помочь приставам усилить контроль за подшефными на территории того или иного района. И при этом Приволжский отдел у нас выбился в так называемые антилидеры. На каждое исполнительное производство приходится 246 тысяч рублей. Связано это с тем, что те должники, которые проживают в Приволжском отделе, в Приволжском районе, имеют 2, 3, даже 4 ребенка. И в ряде случаев, когда должник не платит трем более детям, задолженность превышает миллион. При этом количество исполнительных производств там, ну, относительно небольшое.